Слава Иисусу Христу! Веки веков. Дорогие братья и сестры во Христе, приветствую вас, наше общение Божьего милосердия. Мы с вами тут с братом Александром и отец Якуб. Начинаем нашу молитву 3 часа дня. Святой Розарий, венчик Божьему милосердию, особое время, воскресное время, месяц ноябрь. Нашими молитвами обнимают усопших братьев и сестер наших, порученных нашим молитвам в ноябрьские это время. Ну и остаемся постоянно сегодня с этим вопросом второго пришествия Иисуса. Вопрос, который должен постоянно в нас присутствовать, ведь в любой момент это может наступить. Но мы должны помнить, что Иисус не только придет в конце света, что Он приходит очень часто, посещает, присутствует. И если мы в ежедневности нашей как-то будем с Ним общаться, то вот это последнее Его присутствие не будет чем-то особым для нас, экстраординарным. Мы как будто привыкнем к Его присутствию, к Его словам, к Его любви, к Его милосердию. Об этих посещениях со стороны Иисуса пишет нам сегодня святая сестра Фаустина под номером 1024. Пишет так: «Я бы не смогла жить без Господа. В этом уединении Иисус меня часто посещает, учит, успокаивает, отчитывает и увещевает. Он сам изменяет мое сердце согласно своим божественным желаниям и склонностям, но Он всегда полон милосердия и доброты. Наши сердца соединены воедино». Интересно, будучи в уединении, Иисус часто ее посещает, учит, успокаивает, отчитывает, увещевает, сам изменяет сердце ее. Ну и таким образом делает ее готовым на эту встречу в последний день, момент нашей жизни, но и в последний момент существования истории этого мира. Начнем нашу молитву песней «Колени преклоните», номер 227. Колени преклоните, с трепетом сердечным молитву сотворите перед Богом вечным. Звучите гимны с неба, миру возвестите, пришел под видом хлеба дивный наш Спаситель. Колени преклоните, с трепетом сердечным молитву сотворите перед Богом вечным. Звучите гимны с неба, миру возвестите, пришел под видом хлеба дивный наш Спаситель. Господи Иисусе Христе, славим и благодарим Тебя
за дар Твоего присутствия в пресвятых дарах. Славим и благодарим Тебя за то, что Ты захотел остаться с нами в евхаристическом хлебе, и что таким образом приходишь, посещаешь нас, укрепляешь нас, показываешь нам свою любовь и милосердие. Славим и благодарим Тебя за Твою любовь, Твои дары, Твое милосердие по отношению к нам. Господи, ожидаем Твоего пришествия во славе, ожидаем Твоего пришествия в конце нашей жизни и каждый день ожидаем Твоего пришествия в разных моментах, ситуациях, когда Ты посещаешь нас, чтобы быть с нами, любить нас, увещевать, напоминать. Ты приходишь не чтобы нас судить, только приходишь, чтобы нас очищать, любить, чтобы все, что доброе, сохранилось, а все, что нуждается в очищении, было как-то очищено. Приходим, Господи, сегодня к Тебе и приносим все наши молитвы, интенции, людей, особым образом наших усопших. Господи, веряем Тебе наши молитвы и просьбы. Спаси и сохрани Ирину от злых людей, за усопших родителей, родственников, знакомых, здоровье Людмилы Виктора, которые болеют ковидом. Просим, Господи, за нашу общину во всех интенциях, за всех, кто просит о молитве, кто молится вместе с нами. Славим и благодарим Тебя, Господи, за все Твои благодеяния. Просим Тебя по заступничеству Святого Отца Пия, об исцелении от ковида для Марисы и Ивана. Просим Тебя также о помощи в отношениях для Вадима и Алены. Просим для Алены Якубовскую. Исцели ее, Господи, от душевных переживаний. Просим, установи мир в ее семье. Просим о даре веры для Александра Каблукова. Просим также за отца Валерия Альшевского. Просим опеки Богородицы и здоровья для отца Марека, Якуба, Павла, Ярослава, Юзефа, Петра. Всех священников, брата Александра, монашествующих братьев и сестер. Просим об исцелении Терески, Лены, Татьяны, Екатерины, Романа, Гюльнар, Людмилы, Галины, Анны, Алены. Просим о благословении и Божьей благодати для епископа Клеменса, отца Сергея, отца Маркуса, за приход в Краснодаре. Сегодня там состоялось освящение алтаря. Приносим Тебя, Господи, души усопших верных тех, которые молимся в течение этого месяца. Прими свое светлое царство, Господи, усопших Павла, Павулину, Стефана, Марию, Антонию, Елизавету, Казимира, Елена, Тадеуша, Болеслава, Мечислава, Яна и Яцк, Марию, Тересу, Едвигу, Марию, Владислава, Марию, Антонию, Марию, Иосифа, Яна. Просим, Господи, за усопших из семьи Филипповых, Елизавету, Василия, Виктора, из семьи Войтехович, Владимира, Ивана, Екатерину, Раю, Владимира, семьи Бабыниных, Павла и Светлану, семей Мухиных, Ивановых, Ковтун, за усопших Евгения, Таиси, Людмилу, Константина, Аллу, Вадима, Аллу, Дмитрия, Татьяну, Сергея, Валентину, Татьяну, Андрея, Иоанну, Галину, за священников и монашествующих, за сестру Ситу, брата Томаша, брата Иосифа, за нерожденных детей, за всех усопших в войнах и катастрофах, за души в чистилище. Просим за усопших из семей Зурумхиновых, Подкатиловых, Губановых, Тарасенко, Алексеевых, за усопшего Петра, Асю, Михаилу, Марию, Ольгу, Дорис, Аркадия, сестру Терезу, усопших из семьи Закордонец, Елизаровых, усопших прихожан. Господи, просим о счастье вечном для усопших Пелагии, Валентины, Владимира, Анатолия, Натальи, Зинаиды. Просим за усопших дорогих родных и близких Гелену, Станислава, Григория, Казимира, Эмилию, отца Яна, Иосифа, Тадеуша, Ванду, Едвигу, Александра, Анатолия, Юрия, Любовь, Анастасию, Нину, Павла, Александра, Евдокию, Евдокию, Александра, Константина, Бронислава, Зосю, Вилю. Просим за усопших из семей Шипила, Педай, Кимбар, Грамонт, Ракель, Синкевич, Севрук, Стацевич, Косинский, Кондрат, Ракицкий, Пузинкевич, Регинский, Сисины, Кузьмины, Москвины, Соловьевы. Просим за усопших Алексея, Варвару, Эльвиру, Николая, Ольгу, Елену, Анну, Лидию, Адама, Евдокию, Марию, Андрея, Ивана, Александру, Митрофана, Альбину, Бориса. Просим, Господи, за Анну, Генриха, Енину, Григория, Регину, Василия, Марию, Ивана и Ольгу.
за Антона, Марию, Виктора, Анатолия, Прасковью, Ефросинью, Андрея, Евгения, Сергея, Светлану, Игната, Захара, Семена, Андрея, Ольгу, Устыню, Розалия, Павлину, Франю, всех родственников. Господи, просим Тебя за усопших Анну, Карла, Анатолию, Лилену, Ангелу, за усопшую Марию, Софию, Силью, Валерию, Бенедикту, Светлану, за прихожан, за тех, кто никто не помнит. Просим за усопшего Григория, Давида, Анну, Ольгу, Маю и всех усопших из семьи Куниных. Просим за Виталия, Сергея, Станислава, Франца, Марцелину, Леонтину, Анатолия, Франю, Франю, Ивана, Оксану, Иосифа, Франю, Розалию, Франца и усопших из семьи Рафальских, Кугинских, Залевских, Котвицких. Просим, Господи, за усопшую Чеславу, Михаила и усопших из семьи Зеленкевич, Машнич и Вырвич. Господи, просим Тебя за усопшую сестру Лавренцию, Марцеллу, отца Фульгенса, за усопших прихожан Франца, Ивана, Эльвиру, Марию, Николая, Тересу, Мингарда, Галину, Ольгу, за усопших из семьи Васько, Сырако, Будревич, Шикшня. Также просим за усопших Александра, Ивана, Марию, Збышека, Владимира и Максима. Господи, веряем Тебе душу усопших Петра, Адели, Владимира, Валентина, Нарцизы, Анны, Сергея, Варвары, Винцентины, Бориса, усопших семьи Бойчук, Чаловских, Габинет, Кулацких, Ратушняк, Бовнянка, Лорис, Вишневский, за нерожденных детей. Просим за усопшего отца Рудольфа, отца Яна, также за Яцка. Просим за усопших Наталью и Гришу. Просим, дай счастье вечно усопшим Владимиру, Виктору, Веру, Виктору, Олегу, Олегу, Екатерине, Алексею, Владимире, Владимиру, Маргарите, Наталье, Наталье, Евгении, Лелене, Галине, Людмиле, Евгении, Елене и Ирине. Просим, Господи, за усопших Игоря, Мишу, Франю, Стефу, Иру, Броню, отца Михаила, отца Юриса, отца Александра. Просим, Господи, прими наше благословение и благодарность, Твоя любовь и сила, о Господи, Вселенной. Благословение, просим, Господи, о Твоем благословении для брата Александра, также на его новом месте служения. Просим о здоровье Божьей помощи для болеющей ковидом сестры Зои. Находится она в больнице, сестра из общины, сестер служителей Иисуса в Евхаристии. Просим за усопших из семьи Апима, Христофор Грановских, Бойчук, Шевчук, Чубик, безродных, Андрейка, Сосудских, Глуховских. Господи, просим о помощи для всех, кто находится в сложных ситуациях, когда страдают родители. Укрепи, Господи, пошли им Твое утешение. Услышь наши просьбы, уповаем на Тебя, Господи. Просим здоровья Алексея, Наташи, Ивоны, Войтека, Виктора, Тамары, избавления от депрессии Абдульмеджида, Натальи, о возвращении голоса для Николая, за Клементину, исцеление от рака для Лены, Ирины, Ани, Розы, избавление от страхов Андрея и Герты. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Верю в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, в Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего, который был зачат от Святого Духа, рожден Девой Марии, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и был погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, вошел на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего. Туда придет судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение тела, жизнь вечную. Аминь. Отче предвечный, приношу Тебе в жертву тело и кровь, душу и божество
возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа. Ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебе в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа. Ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему ради миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему ради миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебе в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа. Ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебе в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа. Ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебе в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа. Ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный. Помилуй нас и весь мир. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный. Помилуй нас и весь мир. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный. Помилуй нас и весь мир. О кровь и вода, которая истекла из святейшего сердца Иисуса, как источник милосердия для нас. Уповаем на Тебя. Кровь и вода, которая истекла из святейшего сердца Иисуса, как источник милосердия для нас. Уповаем на Тебя. Кровь и вода, которая истекла из святейшего сердца Иисуса, как источник милосердия для нас. Уповаем на Тебя, Иисус. Уповаю на Тебя, Иисус. Уповаю на Тебя, Иисус. Уповаю на Тебя. Святая сестра Фаустина, молись о нас. Святой Иоанн Павел II, молись о нас. Блаженный отец Михаил Сапочко, молись о нас. А души усопших верных по милосердию Божьему да упокоятся в мире. Аминь. Аминь.
О Дева, надежда наша, молитвы Твоей покровом всех нас защити, Владычица мира. О Дева, надежда наша, молитвы Твоей покровом всех нас защити, Владычица мира. О Дева, надежда наша, молитвы Твоей покровом всех нас защити, Владычица мира. Продолжим нашу молитву, читая Святой Розарий, размышляя над славными тайнами. Препоручаем Господу наши молитвы и интенции, те, которые мы озвучили, наших усопших, близких, дорогих нашему сердцу. Также просим о Божьем благословении для детей, молодежи, для наших приходов, наших настоятелей, монашеских орденов, для наших семей. Просим о помощи в разных сложных ситуациях. Просим также о здоровье для больных, особым образом для тех тяжело больных. Просим за Василия, за Аллу, об исцелении, для Елены, Галины Модестовны. Просим также, Господи, прими нашу благодарственную молитву за здоровье Анны, которая после инсульта вернулась уже из больницы, даже домой, к радости своим близким. Все это чудо Твоей любви и милосердия. Просим также за здоровье всех детей инвалидов, детей инвалидов и тех, кто им помогает. Верю в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, в Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего, который был зачат от Святого Духа, рожден Девой Марии, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и был погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, вошел на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего. Туда придет судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение тела, жизнь вечную. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословен ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословен ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословен ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Первая славная тайна – воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословен Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословен Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословен Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословен Ты между женами,
и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатия. Моли Бога о нас, к Тебе прибегающих. О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего, приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Вечный покой даруй усопшим, Господи, и свет вечный да светит им, да упокоятся в мире. Аминь. Вторая славная тайна Вознесения. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Помолимся также за исцеление отношений в семьях, за любовь, согласие, прощение и в наших семьях. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мария, без греха первородного зачата. Моли Бога о нас, к Тебе прибегающих. О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего, приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Вечный покой даруй усопшим, Господи, и да сияет им свет. И свет вечный да светит им, да упокоятся в мире. Аминь. Аминь.
Третья славная тайна – сошествие Святого Духа. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне и присно и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая. Моли Бога о нас, к Тебе прибегающих. О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избав нас от огня преисподнего, приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Четвертая славная тайна – Успение Пресвятой Богородицы. Давайте помолимся за умирающих, всех тех, кого Господь позовет к себе в ближайшее время. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами,
и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мария без греха первородного зачата. Моли Бога о нас к Тебе прибегающим. О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избав нас от огня преисподнего, приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Пятая славная тайна. Венчание Пресвятой Богородицы Небесной Славы. Давайте помолимся за души в чистилище. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого. Аминь. Помолимся также в интенсивных всех священниках. И во всех этих интенциях, которые в наших сердцах, попросим также за Софию и за ее супруга. Просим о даре детей, о даре терпения, любви, Духа Святого для них. Помолимся также за все бездетные семьи. Отче наш, радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачата. Моли Бога о нас к Тебе прибегающим. О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избав нас от огня преисподнего, приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. И помолимся в намерениях Папы Франциска за всю Церковь Святую. Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица, не презри моления наших в скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда. Дева Преславная и Благословенная, Владычица наша, защитница наша, заступница наша, Сыном Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас. И помолимся новые святые призвания для служения в Церкви по ходатайству святого Иосифа. Помню в наших молитвах также за всех бедных и нищих, а всех бедных и нищих сегодня в этот пятый всемирный день нищих. Тебе, святой Иосиф, мы прибегаем в наших скорбях.
повая на Твое могущественное покровительство, ради Твоей любви к младенцу Иисусу, Пресвятой Богородице, молим Тебя, милостиво воззри на наследие, которое Иисус Христос приобрел ценой Своей крови. Помоги нам, могущественный покровитель, в нуждах наших. Мудрый хранитель святого семейства, защити избранный народ Христов. Любящий Отец, сохрани нас от всяких опасностей, заблуждений и поражений в борьбе, которую мы ведем против сил тьмы. И подобно тому, как некогда Ты спас младенца Иисуса от смертельной опасности, так и теперь сохрани Святую Церковь от козней вражеских и от всяких бедствий. Прости над каждым из нас свой надежный покров, чтобы по Твоему примеру, с Твоей помощью мы могли вести благочестивую жизнь, мирно завершить ее и достичь вечного блаженства на небесах. Аминь. Боже, Отче наш, с упованием молим Тебя о прекращении распространения эпидемии, о ее скорейшем преодолении. Просим Тебя о возвращении здоровья больным, о мире и милосердии в регионах, подверженных эпидемии во всем мире. Прими свое царство усопших, утеших родных и близких. Поддерживай и защищай тех, кто борется с вирусом и помогает больным. Вдохновляй и благословляй тех, кто пытается контролировать ситуацию. Всем нам даруй благоразумие и солидарность. Господи Иисусе, Ты врачеватель души и тела. Мы чувствуем себя беспомощными перед глобальной угрозой эпидемии. Но уповаем на Тебя и просим, даруй нам мир и здоровье. Пресвятая Богородица, храни нас и защити своим покровом. Веди нас в любви к Твоему Сыну нашему Господу Иисусу Христу. Аминь. Святой Себастьян, молись о нас. Святой Антоний Падуанский, молись о нас. Святой Карл Боромео, молись о нас. Святой Дамьян де Вюстен, молись о нас. Святой Рох, молись о нас. Святая Франциска Римская, молись о нас. Святая Розалия, молись о нас. Святой Рикардо Пампури, молись о нас. Блаженная Маргарита Мори, Джентиле Джусти, молитесь о нас. Отче Небесный, заступничеством слуги Твоего Федора Агаза, святого доктора, заступника страждущих и заключенных, молим Тебя, даруй исцеление больным, милосердие, мужество и защиту от заражения, помогающим в страданиях. Память о Христе пастыря, мудрость и заботу о людях, мирским властям, всем нам усердие делать добро, Тебя, даровавшего слуги Твоему доктору Газу, самоотверженную любовь и милосердие к страждущим, молим прославить его в сонме Твоих святых, чтобы явить в нем образец преданной Богу жизни и христианского служения ближним через деятельность страданий к больным, бедным и униженным, через Христа Господа нашего. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас от мура голода, огня и войны. Избавь нас, Господи, от внезапной смерти. Избавь нас, Господи. Мы, грешники, Тебя, Бога, просим. Услышь нас, Господи. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Дорогие братья и сестры во Христе, большое всем вам спасибо за совместную молитву. Напомню, встречаемся завтра в 6 часов вечера. Венчики и розарий будут в индивидуальном порядке. И попросим, чтобы Господь поблагословил этот вечер, все наши занятия, дела, встречи. Эту тайну пресвятую славим в поклонении. Установление новым упраздняется, наша вера восполняет чувство недоступное. И родитель, и рожденный вышних возвеличатся, им держава, честь и слава, и благословение, исходящий от обоих, с ними да прославится. Аминь. Ты послал им хлеб небесный, все радости в себе содержащий. Помолимся, Господи Боже, веруем и исповедуем, что Иисус Христос, рожденный Девой Марии, страдавший на кресте, присутствует в святых дарах. Позволь нам черпать из этого божественного источника благодать вечного спасения через Христа Господа нашего. Аминь.
Хвалите все народы, хвалите Господа, 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 хвалите все народы, хвалите Господа.